Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Приветствую вас на канале. Сегодня будем говорить о новенькой релизной версии iOS 16.5. Что нового, как с автономностью и прочие фишки. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Прежде чем я вам буду рассказывать и показывать о всех обновлениях, я хочу вас предостеречь, чтобы вы не накатывали новые прошивки на ваше устройство. Почему? Первая причина. Вы занижайте свою производительность, несмотря на то, что может показать тесты там Geekbench или еще в каких-либо показателях тестов. Второе. Вы занижаете производительность вашей камеры. Третье. Ваша автономность падает. Четвертое. Вы просто приближаете срок к тому, что вы все равно потом в конечном итоге будете обновляться, потому что ваше устройство затормозит до такой степени, что захочется просто купить новое. Это и есть политика компании Apple. Вот, это основное. И перед каждым обновлением советую вам делать резервную копию. То ли на ПК в iTunes, то ли себе на устройство в iCloud, чтобы сохранить ваши данные. Бо при каждом обновлении на новую iOS вы можете потерять данные. Просто слетит прошивка или еще какая-то будет неудобство, неувязка. И это вам поможет это избежать, чтобы сохранить ваши данные. Ну а сейчас давайте приступим к нововведениям, что в принципе здесь нового. Нового, друзья, в iOS 16.5. Давайте я перечислю все по бетам, и в принципе вы увидите и поймете, что весь комплект, который перечислен в этих версиях, есть и в релизе. В iOS 16.5 бета 1 исправили в приложении Apple Music раздел Sports. Просто его добавили, которого раньше не было. Новая функция Siri, просим начать запись экрана, она это делает. В бете 2 поправили баги. В бете 3 это исправили баги по приложению HomeKit, и в iOS 16.5 Beta 4 поправили просто баги. В 16.5 RC это патча безопасности поправили точно так же второй версии. Все, вы получаете релизную версию с вот этими новшествами. Вы довольны? Напишите мне в комментариях. Стоит ли обновляться, по вашему мнению, ради этого? Также напишите мне в комментариях. Так, в целом, друзья, система работает довольно-таки стабильно, никаких нареканий здесь не вижу, все быстренько открывается, закрывается, по приложениям никаких провисонов нет, и это, как по мне, самое главное. По автономности я вам запишу короткую шортс, выложу, или же в сообществе канала, поэтому следим через сутки. А что касаемо того, стоит ли ее обновлять, сразу вам скажу, нет. Нету в этом смысла никакого, потому что все предыдущие прошивочки себя очень хорошо чувствуют. Если вы испытываете нагрев, просто переустановите iOS или дайте системе оптимизироваться, разрядите на 0, зарядите опять на 100%, либо сделайте жесткую перезагрузку. Все полезные ссылки будут в описании под видео, которые помогут вам с этим, в принципе. Поэтому чекайте все ссылочки, которые закреплены в описании под видео, в закрепленном комментарии, вам будет явно полезно. Точно так же хочу вам рекомендовать смотреть мои видео, не просто задавать вопросы. Если вы будете мне просто писать комментарии, то, что вы видели пост по прошивке данной, я всем буду отвечать просто в тупую, обновляйтесь. Но по факту, те, кто посмотрели видео, вы знаете, что я советую не обновляться и даю полезные рекомендации. Вот как-то так. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.